Церковь у нас есть гости, не понимают по-литовски, да? А вы откуда у нас? Украина большая. Украина свечей. Все слушали. Окей. Герей, продесим, но лаймень мобайку. Давайте мы благословим детей, начнем с благословения детей. В Библии порашите, как для живо галию, мерти сергивянима. В Библии написано, что во власти языка жизнь и смерть. И жмонес мока пинигус и на пасбуртнику с катушкяйкту. Люди, они платят деньги, они ходят к оккультистам, чтобы они закляли. И я не супранта, как ю галю, для живо галю и родить. Дежуля яга. Они не понимают, что настолько огромная сила во власти языка и заклинаний. И редар тесёк дамо, как и тем, как тапати подарит ужёс. И они еще платят другим, чтобы другие делали то же самое за них. И как Израилю приешей, ты под сам для Балака, как прокляют Израиле. И также враги Израиля, они платили деньги Балаку, чтобы он проклял Израиль. Бет, норю пасакать, как тавы штамка жодец дабар, если это Палайме пас вайкус пасеке. Но это слово, которое мы высвобождаем, чтобы оно достигло детей. Иней дабар пасеке. Ту пасакиси, мано вайка ира палаймите. Скажи, мои дети благословенны. Мано каймину вайка ира палаймите. И дети моих соседей тоже благословенны. Ир тас палаймас апланко йос. И это благословение, оно настигает их. Ir tai užtenka, kad tu kalbėtum, sakytum, aš laiminu šitą tautą. И достаточно, чтобы ты говорил, я благословляю приходящие наследие, чтобы я благословляю детей. Я благословляю детей в своем чреве, я благословляю своих внуков. Laiminu savo priešus. Я благословляю своих врагов. Ir tie žodžiai tiesiog dabar kūrė nerealią. Эти слова прямо сейчас, они творят. Jie kūrė. Они творят. Иисус сказал, вы ответите за каждое праздное слово. За каждое праздное слово мы несем ответ. И поэтому мы сознательно сейчас благословляем. Kaip Jokūbas sakė, iš vieno šaltinio neteka ir sūrus, ir saldus vanduo. Хорошая и плохая с одного источника. И твой язык — это источник для благословений. Mes laiminam šitą tautą. Мы благословляем этот народ. Mes laiminam vaikus. Мы благословляем детей. Jie kitokie negu mes. Они другие, чем мы. Bet į juos įrašyta Dievo malonė. И в них прописана Божья благодать. Jie yra mūsų ateitis. Они наше будущее. Šitos tautos ateitis. Будущее этого народа. Ir mes laiminam juos. И мы благословляем их. Jėzaus vardu. Во имя Иисуса. И mes kalbėsim apie Jėzaus kraują. И мы говорим о крови Иисуса. И vienintelį Šventas kraujas žemėje. Это единственная святая кровь на земле. Ir mes išpažįstam, kad tai Jėzaus kraujas šventas. И мы исповедуем, что кровь Христа свята. И šventas kraujas. Это святая кровь. И без этого крови никас не гали популти дангу. И без этой крови никто не может попасть на небеса. Jokie geri darbai. Никакие хорошие дела. Я не истовес преш Jėzaus kraują. Не могут противостоять крови Иисуса. Jeigu užtektų mūsų gerų darbų. Если бы хватало наших хороших дел. Ты тесям Jėzui nereikėtų mirti. Тогда Иисусу не нужно было бы идти на крест. Ir mes išpažįstam, kad Jėzaus kraujas yra šventas. Мы исповедуем святость крови. Mes sakom, jis yra šventas. Мы говорим, это святая кровь. Per jo kraujo aš gavau nuodėmę atleidimą. Через эту кровь я получил прощение грехов. Ir aš žinau tą akimirką, kai man nuodėmės buvo atleistos. Я знаю тот момент, когда мои грехи мне были прощены. Kaip kraujas nuplovė mane. И как эта кровь омыла меня. Ir kai mano dvasia atgimė. И когда мой дух, он возродился. Nes aš patikėjau Jėzaus auka. Потому что я поверил в жертву Иисуса. Ir aš šiandien išpažįstu Jėzaus kraujo šventu. И я сегодня исповедую кровь Иисуса как святую кровь. Jis turi galią. У него есть сила. Būtent šiandien. Именно сегодня. Ir per amžius. И во веки веков. Užtarti mus. Ходатайствовать за нас. Ir kai tu darysi tą ritualą, и когда ты будешь делать этот ритуал вечери, kurį paliko Jėzus savo mokiniam, который Иисус оставил для своих учеников, Коринфянам Паулюс рашė. Коринфянам Павел писал. Kad jeigu jūs tai darot nevertai, если вы это делаете и не цените этим,
Иисус штраукя свою посмеркима. То вы на себя навлекаете осуждение. И будет Юдас покаснёк и Иисус подавил им. Когда Христос дал Иуде вкусить. Прочтёт щитона сие Иуда. Писано, что дьявол он овладел им. Спонят ты лабый швентас ритуалас. Это очень святой ритуал. И Паулюс раша, игу не спранти герёв, не лис при донос и вино. Павел говорит, если ты не понимаешь ценности этого, лучше не подходи к этому. Нес раша пасюс даук льготу, даук мирштанчу. Потому что пишет, что Писание говорит, много больных, много умирающих. Че пирмас коринтьечем 11 скирюс. 11 главе Коринфянам. Супрендат, ты ира швентас ритуалас. Это говорится о святости ритуала. Ir tai daroma tikėjimu. И это совершается верой. Ir tai paliko Jėzus šitą ritualą. И этот ритуал оставлен самим Иисусом. Ir dėl to mes galim pagerdami Jėzų. Поэтому почитая Иисуса. Mes galim imti vyną ir duoną. Мы можем брать этот хлеб и эту кровь. Ir вино. Išpažint, kad tas kraujas buvo pralietas už mus. И исповедовать, что эта кровь лилась за меня. Kad Jėzaus kūnas buvo nukryžiuotas už mus. И что тело Христа было распято за меня. Ir Jėzaus gyvenimą mes priėmam per kraują. И жизнь Иисуса мы принимаем через кровь. Ir per duoną. И через хлеб. Jūs galit eiti. Вы можете взять, подойти к столику и взять свою вечерю. Аллилуйя, шventas Jėzaus kraujas. Свята кровь Иисуса. Шventas Jėzaus kraujas. Свята кровь Иисуса. Шventas Jėzaus kraujas. Шventas. Свята кровь Иисуса. Свята кровь Иисуса. Шventas Jėzaus kraujas. Это святая кровь. Шventas Jėzaus kraujas. Святая кровь. Шventas. Святая кровь. Это святая кровь. Dieve, dėkojame tau už Jėzų žavinėlį. Благодарим тебя, Отец, за жертву Иисуса Христе. Kad tu padarei tai prieinama mūsų pagonims. Что ты сделал для нас, язычников, доступным эту жертву. Ačiū tau už tą kraują, už tą auką. Благодарим тебя за эту кровь, за эту жертву. Kad mus įsodinai tą vynmedį. Что ты привил нас. Dieve, mes dėkojame tau už Jėzaus kraują. К этой лозе. Я благодарю тебя за кровь Иисуса. Per amžius, per amžius, per amžius.
karalystę tęsie tavo valia kaip danguje taip ir žemėje kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti bet gelbėk mus nuo pikto nes tavo karalystė nes tavo jėga nes tavo šlovė Tavo karalystė šioje vietoje.
mūsų karalius, jis vertas viso šlovės. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina, ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekviena ši žemėje iš tavo į vardą nusilenks, ir tautos galybę tavo matys. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina, tavo gerumui nėra ribų. Kiekviena ši žemėje iš tavo į vardą nusirengt, tautos galybę tavo matys. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Gėdok jam! Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina, ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekviena ši žemėje iš tavo į vardą nusilenks, ir tautos galybę tavo matys. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina, ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekviena ši žemėje iš tavo į vardą nusilenks, ir tautos galybę tavo matys. Mano Dievas yra karalių karalius, amen. Jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Pamatyk tai, mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina, ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekviena ši žemėje iš tavo į vardą nusirengs, ir tautos galybę tavo matys. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina, ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekviena ši žemėje iš tavo į vardą nusirengs, ir tautos galybę tavo matys. Ir tautos galybę tavo matys.
skelbiam tavo karalystę, o mes skelbiam tavo karalystę, o mes skelbiam tavo gyvenimą, tavo gyvenimą, tavo pergalę. Tavo karalystė plečiasi, tavo karalystė nenugalima, tavo karalystė, o ant kiekvieno iš miesto. Aleluja, aleluja, Dieve tavo valdžia, tavo valia, tavo karalystė. O gyvybė tiesiog dabar, išgydymai, išgydymai, atstatymai. O, kaip upė, tavo karalystė, tavo karalystė, tavo karalystė, kaip upė, tavo karalystė, tavo karalystė, tavo karalystė, kaip upė teka. Доброе утро, церковь. Дева королевская, я хочу поделиться, я хочу с вами поделиться, как Давид славил Господа. Первая хроника 29:11. Давидас гарбино Вешпатя, сусиринкусио акивиздое и таре. Гарбетом пер амжес мусу Деве, Вешпатя, мусу Тево Израилео Деве. Читай. Tavo viešpatė yra didybė ir galybė, ir pergalė, ir šlovė, ir išaukštinimas, nes tau priklauso visas dangus, danguje ir žemėje, visa danguje ir žemėje. Viešpatė, tavo karalystė, ir tu esi valdovas virš visko. Iš tavęs ateina turtai ir garbė, tu viskam karaliauji. Tavo rankoje yra jėga ir galybė, tu gali išaukštinti ir suteikti stiprybės. Mūsų Dieve, mes dėkojame Tau ir girime Tavo šlovingą vardą. Amin, karoči. Amen. Amen. Čia nevašlaja takova. Viskas Dievo ir mes Jo. Amen. Viskas iš tikrųjų. Все принадлежит Господу и мы Его. Pas mus dabar naujas apreiškimas, mes karalystės vaikai. Вы знаете, что мы дети царства. Iš tikrųjų. Aš mačiau jau turbūt pusę metų daugiau, kad įsikabinau į vieną rašto eilutę. Tai очень сильно последние полгода вцепилась в одно место писания. Ромечиams.
Римлянам 8. Я вот ментины знала. Молодец, даже выучила даже наизусть. Įstatymas Jėzui, gyvenimo įstatymas Jėzui Kristui išlaisino mane iš mirties ir nuodėmės įstatymo. Что закон духа и жизни он освободил меня от закона греха и смерти. Iš tikrųjų, kad mes esame nauji kūriniai. И что мы являемся во Христе совершенно новыми творениями. Visa, kas sena praėjo. И все, что старое, это прошло. Ir iš tiesų paskaitysiu dar sako, jeigu и еще также написано 8:32 iš romiečiams. Tas, kuris nepagailėjo savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nepadovanotų kartu su juo. Тот, который сына своего не пощадил, но передал его за нас всех, с ним ли не дарует нам и всего? Ar mes ką galime stokoti, jeigu mes su Jėzumi? Можем ли мы иметь недостатка, находясь с Иисусом в его царстве, являясь одним с ним? Mes dalijamės visko su juo. Значит, все, что его, это все принадлежит также нам. Ir jis su mumis, ir mes su juo dalijamės. И как он одно с нами, все его одно. Mes nieko neturime. И у нас ничего нету своего. Viską gauname iš Dievo. И все, что у нас есть, мы получаем от Бога. Amen. Ir dar paskaitysiu. Давай. Мато 6. Еще давайте посмотрим Матфея 6. Ты 7, ту жюри. А что ду? Вот, отча. Герой. Отец, прошу. Jo, mato 6:26. Pažvelkite į padangų paukščius. Взгляните на птиц небесных. Не сеют, не пьяут. Не сеют, не жнут. Не их клонус крауна. Не собирают в житнице. Дангишкасис тевас йос мейтина. И ваш отец небесный питает их. Арге юс не дог вертес не уж йос. Вы ли не гораздо лучше их? Наояс куринис не тури порику. Мес туриме тева. Новое творение – это творение не нужд, это творение, которое имеет Отца. И если есть в чем-то недостаток, то Отец приготовил ответ на эту нужду. Отец приготовил все. У меня был такой сон. Aš mąsčiau apie ką turėsiu kalbėti ir iš tikrųjų Dievas davė tokį man sapną. Я думала о том, чем бы поделиться с вами, Бог дал мне сон. Ir ten, žinau, kad ten pinigai. Ir aš kad turiu daug pinigų. Стою перед такой тумбочкой, я знаю, что там деньги. Bet ten aš jų nematau. Ir galvoju, man reikia grinų. И я так про себя думаю, мне нужны наличные деньги. Ir man padėjo tokią didelę dėžutę. И передо мной ложат такую большую-большую коробку. Ну, ir aš matau, man deda pinigus. И в ней я вижу деньги. О, galvoju, gerai. Я думаю, о, это хорошо. Ко мне потинка пинега. Ну кому не посадить? Нравятся деньги, наличные, наличные особенно. Ну и там я долгее, гал, ну что вы не сказал, как ты мангана. И там они увеличиваются, увеличиваются. Я не говорю, что мне хватит. Я говорю, спасибо, спасибо. Стою и смотрю. Держу тебя, я упусе припильнею. Я нужна половину этой коробочки наполнена, и я все жду. Но я жду, пока она вся наполнится полностью. Но почему-то остановилась. И я проснулась на этом. Iš tiesų, pinigų mums nėra per daug. Денег не бывает слишком много. Kiek jų būtų, vis mums mažai. Сколько бы не было, все нам мало. Kas daug turi, там daug ir. Iš tikrųjų, aš raginu visus nesėti ir nepjauti dabar, tiesiog kviečiu laiminti. Я сейчас сегодня предлагаю не столько сеять и жать, сколько я призываю вас в благословение, потому что нужно обложение давать. Амен. Nes tai ir sėja ir pjūtis yra įstatymas, nors jis nesibaigs, kol sakom, žemė nesibaigs, tai sėja ir žatva закон, который никогда не прекратится, пока есть эта земля. Palaiminčiau yra duoti. Но блажение yra давать. Palaiminti. Palaiminkim bažnyčią. Давайте благословлять и быть частью благословения.
Amen. Laiminkim vieni kitus. Благословляемые. Почему нас Дева смотрит благословляет? Потому что Бог благословляет нас. Ačiū. Ačiū, Aniksete. Yeah.
sreges per visą tai ramybė tik tavyje o per visą tai visą tai ramybė upe per mane Honorek, no.
Аллилуйя. Вдохни. И крепко. Наполни свою. Свою легкую, наполни свою. Припильник кровеносную систему. Припильник свою кровеносную систему. Божьим Иисусом, Божьим кислородом. Дево бувимо, дево дягонями. Мы дышим им. Mes kvėpuojame Juo. Mes gyvename Juo. Dychanie žizni. Gyvenimo kvėpavimas. Substancija žizni. Gyvenimo substancija. Она пришла от Бога в нас. Ji atėjo pas mus iš Dievo. И мы живы до тех пор. Ir mes gyvi iki tol. Пока эта субстанция жизни находится в наших телах. Kol ta gyvenimo substancija yra mūsų kūnuose. Поэтому дыши Богом. Todėl kvėpuok Dievu. Наполняй свое сердце Богом. Припильник свою сердце Dievu. Ты Его творение. Tu esi Jo kūrinys. Ты Его создание. Tu esi Jo kūrinys. И ты принадлежишь Ему. Ir tu priklausai Jam. Как Божий ребенок. Kaip Dievo vaikas. Бог дал тебе Dievas свободу, laisvę, свободу жить и выбирать. Laisvę rinktis ir gyventi. Поэтому выбери жить с Богом. Todėl pasirink gyventi su Dievu. Ходить с Ним. Vaikščioti su Juo. Радоваться с Ним. Džiaugtis su Juo. Прожить свою жизнь с Ним. Прогивенти виса гивенема с Его. И уйти потом к Нему. И потом отейте паси. Бог не сотворил ад. Девас не сукуря прагору. Для своих детей. Саву вайкамс. Бог не сотворил ад и место мучения. Девас не сукуря прагору и кончину чтобы вьетос, туда поместить своих детей. Катян буту Йо вайкей. Бог сотворил небеса. Dievas sutvėrė dangų. Царствие небесное. Dangaus karalystė. Чтобы его дети, kad jo vaikai, вошли в это царство. Įeitų į šitą karalystę. Поэтому будь его сыном. Todėl būk jo sūnumi. Будь его ребенка. Būk jo vaiku. И войди в его царство. Ir įeik į jo karalystę. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус, слава тебе. Jėzau, tau šlovė. Аллилуйя. А вы не разбегайтесь. Да, мы сделаем экспромт. Мяс подарим экспромт. Так что снимай маску. Диме, дай камеру. Свою дай. Мы сделаем экспромт у наших прекрасных любимых друзей. Пас мусу другус. У наших замечательных друзей. Пас мусу брангюс другус. Церкви в Эстонии, где пастора Володя и Аня. У них сегодня день рождения. Ай, пас Володя и Аня день рождения. И они празднуют этот день. И есть связь на что. И по идее, даже мы должны были быть там сегодня. И мяс погладил, то им будет там. Но все знают, что границы сегодня не позволяют свободно перемещаться. Bet žinome, kad šiandien per sienas negalima tarp šalių lengvai judėti. Todėl mes čia, o jie ten. Поэтому мы хотим их поздравить отсюда, из дома. Todėl norime juos pasveikinti iš čia. И пожелать им ir palinkėti всего наилучшего. Viso ko geriausio. Володя, Аня. Володя ir Аня. Я знаю, что такое быть пастором. Aš žinau, ką reiškia būti pastoriumi. С вами находимся в одном служении. Мы сейчас с вами и мы понимаем, что это за хлеб. Иногда это нелегкий хлеб. Должны ты не лень водона. Но как и с детьми.
Bet kaip ir su vaikais. Церкви всегда есть радость и Bažnyčiai visada yra palaiminimai ir džiaugsmas, net jeigu būna sunkumai. Net jeigu tu kartais verki. Bet džiaugsmas pranoksta ašaras. Утешением для пасторов всегда служит такое место Писания, что когда сеется погода, в слезах, оно пожинается в радости. Я верю, что все слезы, они обращаются в радость. Я верю, что все трудности обращаются в Божье благословение. Поверста Дьево палайменем. Я верю, что с Божьей благодатью и с Божьей силой. Аж Дьево палайменем и Дьево яга. Служение ему, оно имеет успех. Тарнаемас Дьевой тури. Оно имеет развитие. Оно имеет глубину. Тури гельме. И оно способно. Ирира поеге. Изменять жизнь людей. Кейсти жмоню гивенимус. Изменять судьбы. Кейсти ликимус. И быть благословением. Ир бути палайминиму. Для народа. Для нации будьте таутой, быть благословением, будьте палайменимо рядом с вами. Поэтому пусть благодать неба она опускается на вашу церковь, пусть ее будет очень много. Тегул, тос малонес будет лабай даug. И этот праздник он будет особенным, наполненным его радостью. Буду ипатинга и припилита ее джуксму. Палайменимо и брангие. Дорогие, мы вас очень-очень любим. Дорогие, мы вас очень любим. Вот, я очень рада, что вам уже 10 лет. Я счастлива, что у вас уже 10 лет. Да, мы уже 10 лет вместе. Мы уже 10 лет вместе. И очень красиво за вами наблюдать. И очень хорошо смотреть на вас. Я знаю, что вы очень красивое свидетельство в Боге. Вы очень хорошие люди. У каждого из вас очень интересная история. Пас каждого из вас есть настоящая история. И великое свидетельство ваше служение Богу. Ir jūsų tarnavimas yra didelis Dievo liudijimas. И точно так же я верю, что у вашей церкви очень интересное будущее. Ir aš taip pat tikiu, kad jūsų bažnyčiai yra ateitis didžiulė. Я хочу пожелать вам. Ir aš noriu palinkėti jums. Чтобы вы были очень смелыми в мечтах. Kad jūs būtumėt labai drąsus svajonėse. И чтобы сегодня в этот день. Ir kad šią dieną. Вы своими мечтами вы зашли далеко вперед. Svajonėmis nueitumėte toli į priekį. Чтобы вы увидели свои следующие дни. Kad jūs pamatytumėte sekančias ir sekančias dienas. Чтобы сегодня в этот день. Ir šiandien. Своим духом вы побывали на несколько поколений после себя. Jūs pabūtumėte kartuose po jūsų. Чтобы вы увидели тот плод, который будет после вас. Kad jūs pamatytumėte tą vaisių, kuris bus po jūsų. Потому что если ты это видел, Nes jeigu tu tai matei, то ты там будешь. Tai tu ten būsi. Amen. Благословений вам, дорогие, от всей церкви. G12 Литва. Visa bažnyčia siunčia. Дом Божий. Мы благословляем и поздравляем вас. G12 Литва bažnyčia. Amen. Амин. С днем рождения, поколение. Су гимтадине. Дьево карта. Амин. Амин. Спасибо огромное. Аллилуйя. Воздайте Богу славу. Это только Дьево и слове. Дружба — это огромная ценность. Другисть — это очень вертинга. Поэтому цените. То дел вертинките. Дружбу и друзей. Другисть и другус. Их не так и много. Jų ne tiek ir daug. Амен. Амен. Халилюя. Итак, мы живем в интересное время. Labai įdomus laikas. В совершенно особенное время. Ypatingas laikas. Поэтому к тебе нужна Божья благодать. То дел тау рекалинга Дьево малоне. Я скажу, в каждое время нужна Божья благодать. Аж посакись им, сказать, кеквенас лыгас рекалау и Дьево малоне. И я даже скажу так, что в легкое время тебе больше нужна Божья благодать. И тау Дьево малонес нет греки, кай ленгвас лыгас, гярас лыгас. Потому что в легкое время наделать глупости легче даже. Нескай гярас лыгас галима предарить, а дог долгю не самыми. За которое ты потом будешь жалеть. Kurių tu po to gailėsis. Но в сложное время, во время определенных стеснений, все натурально в тебе, она говорит, Бог, ты нужен мне. Viskas tavo viduje sako, Dieve, tu man reikalingas.
Tu man reikalingas. Aš tai suvokiu tai. Человек такое существо, которое. Žmogus tokia būtybė. Когда ему хорошо. Kai jam gerai. Она говорит, мне никто не нужен. Man niekas nereikalingas. Когда ему плохо, он говорит, где мои люди? Где бы мои друзья? Где бы мои близкие? Mano artimieji? Где папа, мама? Kur mama, tėtis? Когда хорошо, когда все хорошо, папа, мама. Мама ir tėtis. Папа, ты устарел, безнадежно устарел. Ты пасенай, бевильтишкой. Мама. Маму не трогайте, это святое. Мама, ты швентас далекас. Амен, не будем трогать маму. Не лезь маму. Человек такое существо. Жмогус таке бутибе. И когда ему хорошо, ir kai jam gerai, когда он на коне, kai jis ant arklio, он способен всех переезжать. Jis pajėgus visus pervažiuoti. Когда он слез с коня, kai jis nulipo, или свалился, нулипо на арклио, нугрюво на арклио. Да, когда лошадь уже не бежит, не несет своего всадника, арклис у нее нешас своего рыцаря. Он уже мыслит по-другому, он уже думает. Могу смазать какие-то ипью. Люди, где вы? Жмоня, скуриус. Друзья, где вы? Другой куриус. Он уже ценит ближним своим. Если верти на своего артемосис. Так мы устроены. Taip mes surėdyti. Поэтому не пренебрегай. Todėl nepiknaudžiauk tuo. Никаким ближним своим. Jokiu savo artimuoju. Не пренебрегай. Nepiknaudžiauk. И не пренебрегай теми, кто сегодня на коне. Радуйся за него. Пусть несет его. И те, кто сегодня на антарклио, ты джоукис. Ты что же был на коне? Ты ирги юг бывай антарклио. Ты же знаешь. Ты юг женей. Что все в этой жизни. Kad, tu žinai, kad viskas проходит, tame gyvenime praeina, уходит, ateina, išeina, опять приходит, vėl ateina. Завтра ты будешь на коне, rytoj tu būsi ant arklio. Завтра ты будешь говорить, что вы тут. Tu rytoj sakysi, ką jūs čia. Да, разлеглись. Амен. Амен. Поэтому доверяй Богу во всем. Паситики на коне Dievu. Ты доверяй Богу. Антарклио, и не забывай, что ты нуждаешься в его благодати. И не ужмешь, что тау рекалинга вистек его малоне. Под конем ли топчет тебя этот конь? Арту по арклио, арклис тебе. Не забывай Бога. Не помиршь Деву. И говори, а Бог все равно выведет меня. О, саки, где, о, девочки, и даже если мне я швяз. Упал, и если и я даже в бедствии нахожусь, и а Бог все равно выведет меня, ибо Он мой Бог. Нес есть романо Девас. Амен. Амен. И я сегодня хочу говорить на такую тему, а что я назвал «Застрахованная жизнь». Апдрустас гивенимас. Да. Твоя жизнь застрахована. Того гивенимас ира апдрустас. Твоя жизнь застрахована. Того гивенимас ира апдрустас. Поэтому расслабься и не переживай. Тогда отсепалайдуок и не пергивинг. Бог, Он любящий Бог. Девас ира милинтис Девас. И сотворил человека в любви. Ир сукуря жмогу мейлия. И сотворил человека для отношений с собою. Ir sukūrė žmogų santykiams su savimi. Мы сотворены иметь отношения с Богом. Mes sutverti Dievo, kad turėtumėm bendravimą su Juo. Мы нуждаемся в этом. Mums to reikia. Не имея связи с Богом. Neturint bendravimą su Dievu. Neturint ryšio su Dievu. Мы ощущаем себя сиротами. Mes jaučiamės našlaičiais. Мы ощущаем себя бессмысленными. И мы ощущаем, что viskas бепрасмешка. И потерянными. И ощущаем, но когда мы имеем в своем сердце, bet kai mes turim мы savo имеем этот Dievą, смысл, mes turim tą прасмę, что все оно становится тогда осмысленным. Viskas tampa įprasminta. И нашей заслуги нету. Ir nėra mūsų nuopelno, в том, чтобы мы ходили перед Богом. Kad mes vaikščiotume prieš Dievą. Мы для этого с вами ничего не сделали. Mes nieko nepadarėme dėl šito. Ты ничего не сделал для того, чтобы ходить с Богом. Tu nieko nepadarei, kad vaikščioti su Dievu. Еще раз говорю, ты ничего не сделал для того, чтобы ходить с Богом. Там, kad vaikščioti su Dievu. Ты говоришь, да я же вчера молился. Bet tu pasakysi, aš tai vakar meldžiausi. Ну ладно, позавчера молился. Ну, говорю, уж вокруг мельджился. Да. Но твоя молитва. Ты, бет того молда. Приходит к
Богу только по одной причине. Ateina pas Dievą tik dėl vienos priežasties. Что Бог в своем сердце сказал, я буду принимать молитвы моих детей. Я pasakė, kad aš priimsiu savo vaikų maldas. И даже когда человечество Netgi tada, kai žmonė, в результате грехопадения kai, было отделено от Бога. Kai buvo nuodėmingas kritimas, buvo atskirta nuo Dievo. И потеряла полностью связь с Ним. Ir prarado ryšį su Juo. Бог сказал, даже тогда. Dievas pasakė, netgi tada. Я сделаю все так. Aš padarysiu viską taip, что они смогут все равно приходить ко мне. Kad jie turės galimybę ateiti pas mane. Они мои. Nes jie yra mano. Они мои. Nes jie yra mano. Ты Божий. Tu esi Dievo. Знаешь ты это или не знаешь? Ar tu žinai ar nežinai? Встал утром, ты сказал, это Бог, я твой ребенок. Ir tu pasakai, Dieve, aš esu tavo vaikas. И пошел на работу, ничего никому не сказав. Ir, arba atsikėlė ryte į darbą, niekam nieko nepasakęs, vis tiek tu esi Dievo. Tu esi Dievo. Ты находишься в Божьей вселенной. Tu esi Dievo visatoje. В Божьем присутствии. Dievo buvime. Amen. 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 И ты знаешь, что ir tu žinai, наши жизни устроены таким образом, что всегда есть осознанный момент padaryti taip, kad встречи yra, с Богом. Yra tie моменты, когда susitikimo su Juo. Осознанный. Сомненные моменты. Не просто мистический момент. Не тик. Я родился уже верующим. Мистические моменты. А еще гимел тикинчо. Всегда в нашей жизни есть момент. Если там усугубляем эти моменты. Как идея. Dievas kaip идея. Вдруг становится для тебя реальностью. Dievas kaip идея, как Иисус. Тампа то, тау реалю, тип как Иисус. Всегда есть этот момент встречи с Ним. Visada yra tas momentas susitikimo su Juo. И ты знаешь, к этому моменту невозможно подготовиться. Ir šitam momentu neįmanoma pasiruošti. И к этому моменту не нужно готовиться. Ir jam nereikia ruoštis. Потому что этот момент в твоей жизни также выбрал Бог. Нес там момента того гивенеме ты не выбираешь, когда Dievas. Тебе родиться. Тау, как сакома, ты не сиренький, когда ты не выбираешь, когда тебе родиться. Ты не посиренький, когда ты угимти. Далеко не все родители выбирают, когда родиться их детям. Немажей тяву не сиренька, когда гимс ювейкей. Сегодня, если бы родители выбирали, не сигу шинен тявей рингтусе, то, наверное, детей было бы еще меньше. Ты вейку буду дармажеу. Потому что человек достаточно эгоистичное существо, не которому вырастить ребенка. И шаугинти вейка. Это ж столько в него надо вложить. Да и тех реки и дети и. Это ж столько сил. А оно тех надо ягу. Мне. О манто арейке. Эгоистичная природа человека, она говорит мне, это жмогу, совершенно не надо. Мне и так хорошо, нереке. Мы поживем для себя. Ир тейп герей погивенсим дел совес. Мы хотим попутешествовать миру, мы поживем покеляуте. Для себя. Mes pagyvensim dėl savęs. Bog говорит, живите для себя, живите. Dievas sako, gyvenkite Я dėl savęs. Я вас спрашивать не буду. Aš jūsų neklausiu. Бога это не пугает. Dievo tai negazdina. Бога это не пугает. Dievo tai negazdina. Даже если в интернете найдешь часто истории, как ребенок рождается в руках, держа спираль. Yra netgi internete история, kai когда вайкас гимста рынкосе лакидома спираля. Вопреки! Вопреки желанию! Висишкой преж теву нора. Вопреки! Потому что есть тот, кто говорит, не сиротас, я, я родил тебя, я захотел, чтобы ты родился. Ашу сенарил, как ты гимтом. Так же в один день становится и осознанным твое рождение свыше от Бога. Вена дина тампа и прасментас того. Когда Бог как идея, как высший космический разум вдруг обретает в твоем перед тобой образ Иисуса Христа Спасителя. Тайга игия Иисус Христос и выезде. Который умер на кресте за твои грехи. И воскрес для твоего оправдания. Ir prisikėlė, kad tu būtum išteisintas. И ты говоришь, Иисус. Ir tu sakai, Jėzau. Я верю, что ты это сделал для меня. Aš tikiu, kad tu tai padarėjai dėl manęs. Осознанно. Ты говоришь, Иисус. Jėzau. Будь моим Господом. Būk mano viešpačiu. Amen. Amen. Иисус говорит. Jėzus sako. Amen. Amen. Я твой Господь. Я и так твой Господь. Аж ты, Песо, твой Вешпат. Твоя жизнь, она моя жизнь.
Savo gyvenimas yra mano gyvenimas. Ja jo vezmu. Aš ją tau daviau, aš ją ir pasimsiu. Amen. Amen. Но я так рад, что ты пригласил меня. Своим Господом и Спасителем. Итак, Бог не входит в наши жизни, потому что они прекрасны. Dievas neatina į mūsų gyvenimus dėl to, kad jie yra gražus. Aš skažu, ne один человек не пришел к Богу от хорошей жизни. Ne vienas žmogus neatėjo pas Dievą iš gero gyvenimo. Наоборот. Atvirkščiai. К сожалению, мы приходим к Богу от того, Dievą, что количество неудач, разочарований, kad проблем, оно уже... Daug несекмю ir проблему. За дужу. Jų yra jau per daug. Что-то где-то не так во Вселенной. Кашкас висатый не так. Мы приходим к этому осознанию, что в моей Вселенной, в которой я живу, mano visatoje, kurioje aš gyvenu, kažkas yra ne taip. Раз преследуют меня неудачи, нес проблемы, мне персики, слом, проблемос, несекмес, лужий, трудности, когда вот сункумы, весь мир, kai visas pasaulis, что-то не так в этой моей вселенной. И мы ищем, kažkas не то. Мы начинаем искать, что не так, что не и так. Mes ieškome, kas не taip. И когда мы находим его, ir kai mes мы понимаем, jį, вот оно. Я нашел, что в ней было не так. В ней не было, в ней не supratau, было смысла. Было не taip. В ней не было благословения. В ней palaiminimo, не было жизни. Prasmės, gyvenimo, в ней не было спасителя. Не было гельбетуя. Амен. 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 Аллилуйя. Так, итак, 1 Петра 1:18. 1 Петра 1:18. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Jūs juk žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos, nenykstančiais turtais, sidabru ir auksu. Итак, что-то не так. Kažkas не taip. Было передано нам от отцов. Buvo perduota mums iš tėvų. Моим отцам, от их отцов. Мусю тėvų, iš jų тėvų. Из поколения в поколение. Iš kartos į kartą. Tai per, buvo, būdavo Adama, perdodama nuo pačio domo. Первородного греха. Nuo pirminės, prigimtinės nuodėmės. Amen. В Израиле был такой царь. Израиле buvo toks karalius. Саляманас. И в одной книге он описывает свои приключения. Ir vienoj knygoj jis aprašo savo nuotykius. Жизнь она длинна. Gyvenimas yra ilgas. Полна взлетов. Pilna pakilimų. И падений. Ir nuosmukių. Самолет взлетает, летит. Lėktuvas kyla. Потоляйтесь. И у Соломона в жизни было все. И по Соломону виско было гивенье. И он как царь, как тот, кто наделен властью. Есть как королюс, нет никакой войны, войны, ничего. Не райокё каро. Он мудр. Он говорит, я буду испытывать мудростью все. А сейчас бандиты еще ментими виска. Виса по Сауле нет твоилистес. И вот он решил испытать жизнь. Или спрендешь бандиты гивенье. У большинства из нас такой возможности нету. Patikėkit, pas daugumą žmonių nėra tos galimybės, kaip pas Saliamoną. Tu gal ir norėtum išbandyti gyvenimą. Bet daugelį iš mūsų tai ir neduota. Todėl mes save ir savęs ir nepažįstam. O jam buvo duota, ir jis save išbandė. Ir jis išbandė save visur. Džiaugsme, linksmybėse. Вине, в женщине, вине, мотерисе, вальджие. Во всем. Висами каме. У него не ограничены были в этом возможности. Спасибо, не работал с галимибестами. Во всем испытал он эту жизнь. Ишбанде, ишбанде та гивенима висами каме. И сел, и сделал вывод. И подари ишвада. Экклезиаст 1:14. Экклезиаст 1:14. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот. Все это суета и томление духа. Мачу виса, кас дарома по сауле, тикек манеми, виса тай тик мигла и вею вайкимасис. Амен. 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 Мне нравится томление духа. Ты знаешь, чем бы ты ни пытался заполнить свою жизнь. Не сварбу, ко тебе бандитам, ушпилите свое если gyvenimą, в ней нету Бога, если в ней нет Бога,
в ней будет присутствовать неудовлетворение и вот это томление духа, когда ты и что дальше? Понимаешь? Что-то где-то потеряно. Кашкас прораста кашкуру. Понимаете, пустота, она всегда кричит к тому, чтобы быть наполненной. То, что пустота твоего сердца, она кричит, то, мне нужен Бог сегодня. То, что мы сегодня шоуке, даже у тех, Девас, кто спасены, вроде бы знают постос, Бога, гельбеди, но все равно Дева, пустота, она остается там, и она кричит, сердце, мне нужен шоуке, Бог. Реколингас Девас. Понимаешь? Потому что там, внутри твоего сердца, огромное место, которое отделено для Бога и которое может наполнить только Бог. И это место не наполнят дети, жены, мужья, семьи, деньги, богатство, дома и все остальное. Вайкей, это место, оно все равно будет незаполненным. И эта место все равно будет неушпилита. Сохранена пустота. Потому что, эта пустоту может наполнить только место, Бог, только Его присутствие и только Его познание. И Его пожинимость. Пустота наполняется Божьим познанием, Божьим сокровищем. Деву бранги, туртейс. Амен. Поэтому что ты передаешь детям? Todėl, ką tu perduodi savo vaikams? Пустоту? Tuštumą? Или ты говоришь, Божье сокровище, оно способно наполнить твое сердце. Dievo brangenybės jos gali pripildyti tavo širdį. И передаешь ему это сокровище. Ir tu perduodi jam tas brangenybės. Задумайся. Susimastyk. Поэтому каждый, кто имел встречу с Богом, то не можем подарить никому киту. Когда Бог входит в твою жизнь, когда эта пустота вдруг становится осмысленной и наполняется творением, творцом, наполняется Божьим присутствием, наполняется Духом Бога. Припилдома Дева Двася. И ты встаешь, ты новый человек. И ты отсикели, и ты новый жмугус. И довольный, и счастливый. И потянкентас, и лаймингас. И радостный. И джиусмингас, и полный, и пилнас славы, пилнас шловес. И ты веришь, что ты особенный. И тут таки, что ты си ипатингас. Потому что до этого нес и кито. Вряд ли ты верил, что ты особенный. Хотя есть такие люди. Турбут не тикей, что ты ипатингас. Ну, гал и рака, как у жмуню, куди то тикея. Но когда Иисус пришел в твою жизнь, ты осознаешь, что ты особенный. Ты понимаешь, что ты ипатингас, нес Девас. Особенный Бог. Нес ипатингас Девас. Пришел в твою жизнь. Отею того гивенима. Бог сам пришел в твою жизнь. Пац Девас отею того гивенима. Значит, ты особенный. Вадинаси ты ипатингас. Амен. Амен. Ты особенный. То есть ипатингас. Амен, амен. Итак, амен. Письмо Ефесянам. Лашка 2:1. И вас, это значит нас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Мы были мертвы. И мы как язычники даже этого не осознавали, что по преступлениям наших грехов мы были мертвы. Но в которых вы некогда жили, kuriuose, когда гиданоте, по обычаю этого мира, лакидамись еще по Саулю по воле князя господствующего в воздухе, поклуздами кунигающего вешпатаунича моря. То есть мы жили по этим правилам и обычаям, и мы не осознавали даже, что эти правила и обычаи, кочите попрочей, этот образ жизни, это с гивенимо будас, он исходит из духа этого мира. Ищина еще по Саулю Двасиус.
Духа действующего ныне в сынах противления. Двасі вікінчі неклусному вайкосе. Между которыми и мы все жили некогда. Тарп ю, когда есть ремес, все гивянами. По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Сегдами саво куно гейсмейс, вигдедами куно и рменчу трошкимус. И были по природе чадами гнева, как и прочие. И лишь при гимтиес бувами ростибес вайкай, как и при ките. То есть мы не были особенными. Мес не бувами мы ипатингис. Были, как и прочие. Мес бувами, как и при мертвыми, ките. Живущими по плотским прихотям. Мире, гивянатес по голодемингос при гимтиес гейсмос. И по природе были детьми. Интересно сказано. По природе чадами гнева, как и прочие. И лишь при гимтиес бувами ростибес вайкай, как и при ките. Мы были по природе. Мяс поголосово пригимте. Чадами гнева. Буваме рустибес вайкай. По природе мы были противники Бога. Поголосово пригимте, мяс буваме дьево приещененькой. Мы по своей натуре, по своей природе были противники Бога. Поголосово пригимте, мяс буваме дьево приещененькой. Амен. Амен. И Бог богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. Бе Девас абстус гейлестингумо из дидьос мейлес, куря мус помило. И нас, мертвых во преступлении, мус мирусис нусикальтимыйс, оживотворил со Христом. Прикеля гивенте су Христуми. Благодатью вы спасены. Юсю кясате ижгельбетим малоне. Итак, Бог богатой любовью и милостью, Девас тотингас малоне, гейлестингуму и мейлене, не пайсант нико, оживил нас со Христом. Отгивино мус карту су Христуми. И спас нас по благодати. И решгельбе мус саво малоне. Это значит, не заслуженно. Воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Прикеля и посудино дангуе Христу и Езуе. И в своем сыне посадил нас рядом с собой на небесах. И в саво сунуе посудино мус шале савяс дангуе. Для чего? Кам. Чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе. Когда тенчис амжис берибисово малоне лоби породиту сову геруму мумс Христу и Езуя. Потому что Бог хотел нам показать не здивас мумс ту любовь, породити, которую имеет к нам во Христе. Мейля, куря истури мумс Христу. Что она преизобильна. Много. Kad jina, jos yra tiek daug. Христа, kad per Kristų. Эту благодать он изливает на нас. Та малоня исшлия ant mūsų. На детей своих. Ant savo vaikų. Amen. Amen. Ибо благодатью вы спасены через веру. Jūsų kesate išgelbėti malonė per tikėjimą. И это не от вас. Ir tai не iš jūsų. Bet tai yra Dievo dovana. Не от дел. Ir ne darbais, чтобы никто не хвалился, kad kas nors nesigirtų. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Mes esame Jo kūriniai, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, которые предназначил Бог нам исполнять. Kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Итак, если ты раньше жил для себя, jeigu tu anksčiau gyvenai dėl сегодня savęs, ты уже живешь для Него. Tai šiandien tu gyveni dėl Jo. Осмысленно. Самонингой. И ты спасен по благодати. И ты изгельбетас пер малоне. Родившись от Бога, ты стал новым творением. Гимес из Дева, ты тапай наую куриню. Когда ты отдал свою жизнь Богу, кай ту отидави саво гивенимо Девой, новым творением. Ты тапай наую куриню. Новое творение – это naujas kūrinys, новый образ мысли. Naujas mąstymo būdas. Поймите, что ребенок, родившийся, vaikas, kai gimsta, окружен любовью и заботой. Jis apsuptas meilės ir rūpešių. Amen. Мне сейчас так удивительно смотреть на наших друзей в Киеве, у которых Киеве, жить и другус, дочка, пас курьёс гиме дукреля. И ты знаешь, вот что значит, когда зрелые люди рождают детей? Что ты корешки, кай бранду жмунес гимдо вайкус? Настолько всё осознанно. Это и вискас, ты самонинга. Настолько осознанно.
И ты видишь, сколько любви. И ты матай, кек мейлес. Сколько любви, сколько заботы кек вложено в этого рупинимося. И где-то еще того века. Как он ценен, как он ценен. Как вертингас, как и свертинамас. Ой. Это приятно смотреть. Это и малону жюреть, это и гражо. И это то, что есть. И тей, тей, кас ира. Понимаете, так Бог любит. Тейп девас. Миле, каждого, кто рождается из мусу, кеквена, куриз гимста еще. На него изливается просто потоками это благодать. Антио исцелея, за что? Малоня, дедюля малоня. Не за что? Висишки не ушка. Благодать приходит не за дела. Малоня не за поступки. Не дел дарбу. Даром. И на тебя дованный. Тесек тейп. Амен. Амен. И каждый родившийся от Бога, он полон радости Дева, и полон жизни. Gyvenimo, потому что благодать изливается даром. Не с малоней исцеления дованной. Потому что он любимый ребенок. И ты говоришь, о, я уже давно родился от Бога. И ты сказал, я еще все на гимнасе с Дева. Да. Да. Но у Бога это времени нету. Бет пас Дева лайко ты нера. У Бога времени нету. На небе нету времени. Дангуе нера лайко. Там каждое событие здесь и сейчас. Тян кеквенас ивикис че ир добар. Здесь и сейчас. Че ир добар. Каждое событие кеквенас здесь ивикис. И сейчас. Здесь и сейчас Голгофа, здесь че, и сейчас че грехопадение. Голгота. Все здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Мимосеш новое че ир добар. Как говорится, все закончилось viskas и вернулось к отцу. Dabar ir viskas grįžo pas tėvą. Здесь и сейчас брак Агнца. Čia ir dabar. И невесты. Здесь и сейчас. Авинелио. Бога все здесь и сейчас. Santoka su nuotaka. Viskas čia ir dabar. Amen. Поэтому здесь и сейчас. Dėl čia ir dabar. Пусть будет и твоя только что родившаяся судьба перед Богом. Tegul būna. Ką tik gimusi tavo, gimęs tavo likimas iš Dievo. Aš gimęs iš Dievo čia ir dabar. Ir visa malonė mylinčio tėvo išlieta ant manęs. Visa malonė išlieta ant manęs. Visa malonė mylinčio tėvo išlieta ant manęs. Ne po delam. Ne dėl darbų. A po blagodati. Bet iš malonės. Даром. Дованный. Тыч, 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 тыч. Ты знаешь, что церковь – это живой организм. Жней, бажнич, это живой организм. Это сообщество людей. Ты ира жмуню бендромене. И входя в это сообщество, мы учимся. И идами та бендромене мяс мокомес. И христианство, оно… Ир крикшенибе… Его можно рассматривать с разных сторон. Я говорю, мы жители еще можем рассматривать со стороны духовной. Или жрете из двадцать и Божьего движения и действия духа. И деву идеему двадцать. Но также и со стороны культурной. И лишь культурный спустис. И сегодня мы очень много видим культурного. И сегодня мы вдруг матами культура с крещенибия. Культурного, что относится к традициям. Ir tai yra tradicijos. Ко всяким таким вещам. Visiems tokiems dalykams. И ты знаешь, что когда ты приходишь в церковь, именно вот в этот живой организм человеческий, ir kai tu ateini į bažnyčią, tą gyvą organizmą, tu mokaisi jame gyventi. Ir kaip kiekviename žmonių kolektyve, быстро схватываешь, что, как, где. Ты говорит, погауни, кас, кур, кайп. Какие правила здесь действуют. Какие стесикли еще веки. Как тебе надо подходить к этому коллективу. Кайп реке прийти при шито коллективу. И чем ты не подходишь к этому коллективу. И кур ты не тинки еще там коллективу. Где тебе надо причесать. Кур тебе реке шукоти. Где тебе надо шукоти, изменить. Кур тебе реке посекейсти. Кашкас мэштауя. Не возьмете меня. Не поимсят меня. А кто-то говорит, да что тут такого. Ну, о кашкас, а кока еще токио. Да, изменить прическу, ну что тут такого? Покейсти шукоси на каше Токио. Изменить одежду. Покейсти рубу с каше Токио. Ну что тут такого? Здесь интересная сфера открывается у нас. Девчат северли думи сфера. Но ты знаешь, что
Бог живет с тобой здесь и сейчас. Dievas gyvena и благодать излита даром. Ir малоние излита дованы. Но, к сожалению, мы не всегда учимся хорошим вещам. Bet не всегда мы смокомės gerų dalykų. Мы также быстро учимся и неправильно. Mes greitai mokomės ir blogų dalykų. И ты знаешь, есть такая церковь в Галатах. Yra tokia Galato bažnyčia. Она была спасена по благодати. Ji buvo išgelbėta per malonę. В этот город апостол. Ir kai atėjo šitą miestą apaštalas. Там был явлен Христос. Там был апреаштас Иисус. Явлен Иисус, как будто перед ними распятый. И Иисус, который, тарси, прежде Иисуса Христа, язычники все приняли Иисуса Христа. И погони все Иисус Христу. И этапа крещенными. И Дух Святой двигался Швентой через них. И чудеса Бога juos, происходили в их рядах. Но однажды пришли братья, bet vieną kartą atėjo broliai, которые сказали, какие вы христиане, вы не христиане, вы не обрезаны, jūs neapipjaustyti, вы абсолютно не обрезаны, jūs visiškai neapipjaustyti, вас надо обрезать, jūs reikia apipjaustyti, тогда вы будете настоящими христианами, тогда jūs būsite tikrais krikščionimis. Галаты, вы вообще не спасены, вам надо обрезание. Галаты, jūs neišgelbėti, jums reikia apipjaustymo. Ну и Галаты говорят, да ради истины спасения ir мы на все sako, готовы. Dėl tiesos, изменить прическу, mes pasiruošę pakeisti šukoseną. Изменить одежду, готовы. Рубус pakeisti, pasiruošę. Обрезать чего-то там, готовы. Kad būti apipjaustyti, pasiruošę. Сейчас шрамирование, в моде сейчас. И готов. Все пообрезали. Несколько попьялстом. И что произошло с Галатами? Иркасивико с Галатис. Они потеряли благодать. Я прораду малоне. Они потеряли благодать. Я прораду малоне. В один миг. Они потеряли благодать. Я прораду малоне. Вот эту радость спасения. Та вот išgelbėjimo džiaugsmą. Когда мы были только еще молодые верующие, мы это называли авансом. Mes tai потому avansą, что все христиане уверены, что это пройдет. Nes visi tikintis įsitikinę, kad tai praeis. Знаешь, это как раньше зарплату платили. Ir kaip anksčiau atlyginimą mokėdavo. Tebe давали аванс, там третья часть зарплаты. Аванс, трежда лягос. И это бац, и не дотянул. Ir tu gavai, ir bats, nedatimpi iki likusios atlyginimo dalies. Того времени, людей, 20 лет назад, ir 20 metų atgal. Аванс это было что-то временное. Авансас tai buvo кажкас tai laikino. О, благодать, радуйся, ты спасен. Малоне. Ну, давай, давай, порадуйся. Посиджоук, посиджоук. Все это пройдет. Виса ты проис. Посиджоук, нес виса ты проис. И так произошло у Галатов. Ir taip įvyko pas Galatus. Это же произошло у Галатов. Tai įvyko pas Galatus. Почему? Kodėl? Потому что они совершили обрезание. Nes jie atliko apipjaustymą. И совершив обрезание, ir apsipjaustę, они оказались под властью закона. Jie atsidūrė po įstatymo valdžia. А власть закона, она тебя либо оправдывает, valdžia arba tave išteisina, kai tu, закон, kai tu išpildai visą либо осуждает тебя, arba pasmerkia tave на тебя проклятие, ir uždeda ant tavęs prakeikimą, не исполняешь всего закона, не išpildai visų įstatymų, исполнив одну заповедь, ir išpildęs vieną įstatymą, ты не исполняешь всего закона, tu не išpildai visų įstatymų, переходишь под проклятие закона. И автоматически попали по статьему вальдже, по прокикиму и статьему. Алло. И галаты оказались не под благословением благодати. И галаты отсидули не по малоне с палайменему, бет по статьему прокикиму. И благодать потерялась у них. И малоне было прораста. И они стали такими христианами, которые вот это вот, где Йоя, вот это вот, о, как тяжело нам, как трудно, мы страдаем, у нас атаки. Пас мус атакос, мы сканкинамес. Нас атакуют, но мы держимся. Мус атакуя, бет мес лайкамес. Мы от Христа не отрекаемся. Мес не отсижидаме, но Христус. И Павел пришел туда, где была радость, смотрит, все страдают. Опаштлас Полюс отъедет, там какой джоксма. Что такое? Штаны жюри снимает, бас. А там галаты, и там... Надо было по уму, конечно же, посмотреть, где эти галаты там находятся. Но там везде было тепло. Там все было шилто. Ходили они, скорее всего, без штанов. Это будет вообще бекельно. Что самое интересное, этот фильм.
Tas filmas. Избранный этой Шоузен, да? Ишентеи. Я как первый раз увидел Петра в таком, знаешь, халате до колена. Аж как помочу Петра и кикелю по халату. Аж это настолько мои все вовчас... шаблоны религиозные поломало. Все мои религиозные шаблоны сугрёве. И что они все входят в таких халатах только до... Когда я вижу, что с халатами до колена и кикелю. Ну это... Было комично мне, комично драма. Было комишко, ман. Комично драма, короче. Я такого не... Ну, понимаешь, в моем представлении ману, они все ж ходили все было... в длинных. А там в длинных вайкши только уже в возрасте ходили. Илгусе халаты, с илгис халаты, с вайкши так ты... А простые, особенно рыбаки, все ходили в мини. О, ой, у них все вайкши мини халаты. Ну, короче, поэтому там у галатов увидеть легко было. Что там с ними не так? Да, конечно, куда я залетел? Вылетаем оттуда дальше. Итак, мы очень быстро учимся закон. Мясо бы говорит, и могу мясо стать ему. Это, знаешь, вот это вот желание притапти, да, быть и, как все. И это норас притапти, это не приближает все, тебя к Богу. Ты не приятен от тебя пред Его. К сожалению. Где я? А удаляет. Но это тоже надо понять. Бет и под той рике, сопрости. И поэтому в церкви сегодня есть такое понимание, как самоправедность. Это самоправедность. Ира носовас тейсумас. Что это такое? Это праведность от собственных дел. Tai yra nuosavas teisumas, tai yra teisumas iš, iš savo darbų. Jei Dievo teisumas dovanotas mums iš Dievo per Jėzus Kristaus auką ir ji yra iš Kristaus mums, tai nuosavas teisumas tai yra nuo mūsų gerų darbų ir pastangų. Da. Amen. Amen. Понимаешь? Ты говоришь, с понедельника начинаю новую жизнь. Ты сказал, на первомайне пройдет новое гивенимо. Вот ты сидишь, читаешь Библию. То, что ты скрытый Библия. Молишься. Мельдеси. И через три дня ты уже чувствуешь себя на коне. И по три дня ты утесь антарклю. Полон сил, полон радости, полон благодати. Ягу, пилна с малонес, пилна чувства. Через неделю ты уже готов проповедовать в церкви. То посылайтесь, я постирочно помогу славу тебе Божьей. У тебя уже полно откровений Божьих. Тут пилна крова, а пришки мы деву. Я же Божий человек. А щук дева ж могу, а щук торнавтес. Да, ну так о нас это так есть. Ты, Ира. Самое главное, что... Бог меня так любит. Свальбался, как девас меня тейп миле. Бог меня так любит, я же тейп такой красавчик. Мне, а еще кто с грожулюкас? Ой, а вы тут все, о, ребята, вы не святые. Ой, все такие не швенте, флинкуй. Не святые вы. Не, вы зря молитесь, вы не святые. Вел ты мельчатес, не швенте. Амин. Ну, каждый себя где-то тут узнал. Кашкур, как вина совет пожинате. Узнал, нет? Или только пожинате, я себя тут узнаю? А раз так ты совет чат пожисту. Ну, будьте вы галатами нормальными. Будьте нормалист галаты, сапи которые прошли через обрезание. Куда перепьявстым. За 20 лет вы все причесывались. Что вы мне рассказываете? Все говорили так, как надо говорить. Все шукават, шмокате кальбете, как рейке кальбете. Все были галатами. Все будете галаты. И самое, что прикольное, что именно ты говоришь, ну вот, у нас энкаунтер, да, я готов служить на энкаунтере. И ж такой, о, что ты энкаунтер, аж посерочно страна у тебя энкаунтере. Амин? Амин. Правда? Ты ведь готов служить на энкаунтере. Ты посерочно страна у тебя энкаунтере. Ты понимаешь, что энкаунтер будет классный. Ты же запомнил, что энкаунтер же с Гиарос. Да. И давайте возьмем такую же ситуацию. И поймем, как такая ситуация. Вот у тебя, как говорится, это самое... Зебра проскакала. И что из зебра проёю. Полоска белая, полоска черная. И вот тут молитвенная жизнь твоя. И молодость гивенимас апляйстасю.
Чтение Библии тоже заброшено. Библию скейтим. У тебя осталось только вот работа, телевизор, Телевизорius, покушать. Повальгите. Как говорится, жизнь стала простая и примитивна. Этот пастор тебе приходит и говорит, слушай, брат, надо послужить, проповедовать. Нет, нет, что? Только не я. Сыхняешь. На команду приходишь, кто возьмет на себя служение? Господь Симсон, страдай мой. Все двоечники головы опустили. Все двоечники головы опустили. Все галаты. Да нас только что обрезали, ты че? Мы с тиктикатика пипьям. Итак, что мешает? Каструкдо. Самоправедность мешает. Носовость и сумма струкдо. Как в первом случае самоправедность тебя толкает. Кей пирмам атвии носовость умереть и сумма... под гусеницами? Наделать того, за что потом будешь каяться? Подарите тейка ушка по тот гилаусе? Ну да. Чаще всего. Все глупости сделаны в таком периоде, когда ты Visos kvailystės padarytos dažniausiai būna tada, kai tu jautiesi, kad tu išdidis. Tuo laiku daugiausiai tu apipjausti žmonės, tu praradai draugus per tą laikotarpį, artimuosius, visi pasakė. Taip ir čia. Samopravidnast. Nuosavas teisumas. Ano tebe... Если там оно давало тебе чувство праведности, да? Ты, если это сносовость и наполняло тебя праведным гневом по отношению к другим, таки, в твоем разумении неправедным. Бусина, как ты здесь, это же самоправедность, она дает тебе чувство греховности. Ты, когда ты у небе антаклио, ты это сносовость и сумас дуда то поете, как ты если нудемингас. И что он уже, человек уже... Он же не верит, что у него с Богом все в порядке, и что Дух Божий течет через него. Если у него бетики, как перетяка Деву Двося. Амин. Поэтому религиозный закон то дел, религиозный это причина потери радости. Yra džiaugsmo praradimo priežastis. Потери радости и спасения. Išgelbėjimo, džiaugsmo praradimo. Ir tai yra religinė dvasia, kuri žaidžia su mumis bažnyčiose. Nepasiduok šitam žaidimui. Amen. Amen. Jėzus rasказал притчу. Jėzus pasakojo patarlę. Двое приходят на молитву. Du ateina į maldą. Это Лука 18. Лука 17 скириус. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны. Это как раз вот одни самоправедные и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться, сам себе так. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю. То есть, вот он, в полном осознании как у нем, скорее, после таких, своего достоинства история и в полном осознании того, что он достоин Божьей любви, раз он такой красавчик. Истории о фаризее и мытарнике. Vieną mes matome, kuris ant arklio fariziejus, o kitas yra muitininkas. Kto ne понял, возьмите. Лука 18. Луко 18 скириус, на 9 лутес. Дальше. Мытарь же, то есть тот, кто по априори считался грешником. У муитинникас, кuris скейтесi, kaip nusidėlis. Стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Стоя токи не дрису ни окю покаять. Но ударял себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне грешнику. Так мучился крутиния молдаудами с деве, Бог гилестингас ману сидели. То есть он не уповал на свою праведность. Так и есть не сиреме сово носову тейсуму. А говорил: будь милостив ко мне.
Bet sakė, būk gailestingas man. Сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Amen. 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 То есть оправдание не по делам. Išteisinimas ne, pa, ne, dėl, ne iš darbų, ne pagal darbus, o iš širdies būsenos. Nes Dievas pasigailėjo mus visus, kai mes buvome nusidėjėliai. Бог не помиловал нас, не когда мы стали красавчиками. Он помиловал люкой. Нас еще, когда мы были грешниками. Амен. Поэтому самоправедность, упование на закон, оно приводит нас именно в состоянии потери благодати и радости. И та бусина, когда мы прорандаем джоксма и малоне. Потому что мы оказываемся под проклятием закона. Нес мы отсидуем по истатимо прокейкиму. Галатам 5.1. Галатам 5.1. Итак, тут Павел уже приехал туда и наводит порядки. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Христос мус išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl kinkomi į vergystės jungą. Вот, я Павел говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Štai aš Paulius sakau jums, jeigu leisitės apipjaustumi, Kristus jums nebebus naudingas. Он очень радикально здесь бьет. Из слабой радикалистики. Он говорит, вы должны понять, sako, либо так, либо так. Турите спросить, арба тейп, арба тейп. Нету и так, и так. Нера ир тейп, ир тейп. Либо по закону, и, арба погал истатима, либо по Христу. Арба погал Христу. Нету и так, и так. Чуть-чуть по Нера, закону, тейп, чуть-чуть по Христу. Чек-чек погал Христу, чек-чек погал истатима. Он говорит, не будет пользы. Не будет на удос. Если по закону от Христа пользы не будет. Погал истатима, Христос не будет. Если по закону, соблюдай закон. Егу погал истатима. Тогда будет польза от закона. Тогда будет на удос. Иначе будет только проклятие в твоей жизни. Если ты будешь только ты прокикивать твоего гивенима. Если по Христу, ходи в благодать. Погал Христу, ты вайкшек малония. Еще свидетельствую всякому человеку обрезающемуся, что он должен исполнить весь закон. Aš pakartotinai įspėju kiekvieną, kuris leidžiasi apipjaustomas. Jis tampa įpareigotas laikytis viso įstatymo. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Jūs, отпали от благодати. Jūs ieškantis nuteisinimo įstatyme, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę. Он абсолютно радикально проводит эту черту. Jis nubrėžė šitą ribą. Он говорит, радикаliai. Ты остался без Христа, ты потерял Христа. Tu pasilikai be Kristaus, tu praradai Kristų. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. O mes dvasios vedami iš tikėjimo laukime ir tikimės nuteisinimo. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Juk Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas. Но вера, действующая любовью. O vien tikėjimas, kuris veikia meilę. Amen. Amen. Иаков, тот, который ученики Иакова пришли и обрезали, кстати, галатов. Иаков пишет, Иаков 2 глава, 10 стих. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Jokūbo 2:10, mat kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengė vienu dalyku, tas lieka kaltas ir dėl visų. Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал, не убей. Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, ты также преступник закона. Juk tasai, kuris yra pasakęs, nesvetimauk, taip pat yra pasakęs, nežudyk. Jei nesvetimauji, bet žudai, vis tiek esi įstatymo laužytojas. Алло, законом шутить не надо. С истатиму не реки йокаути. Знаете, как говорится поговорка? Был бы закон, человек найдется. Буду тик ты, как ты потерли посакито, буду истатима. Или наоборот, можно сказать. Был бы человек, закон найдется. Буду бы уже могу сотворить истатимас. Галатам 5.10, 11.5. А все утверждающиеся на делах закона находятся под
клятвою под проклятием. Ибо написано: проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Почему-то Павлу это ясно. Павлю ты айшку. Не будешь это читать. Ну ладно. Итак, я хочу, чтобы мы пришли к финишу где-то. Мне надо за 10 минут закончить. Смотрите, предыдущим лучше уж быть. Ты не можешь заслужить любви. Ты не можешь тернауть мейлес. Ты должен вбить это в свое сознание. Ты не можешь заслужить любви. Ты не можешь тернауть мейлес. Ребенок не заслуживает любви родителей. Не усетернауя мейлес по стивус. Причем, что самое интересное, трудного ребенка даже больше любят. Сумку выка дар лабиу мили. Никто не задумывался над тем. Некость не по головою. Что трудного ребенка родители любят больше. Кат сумку выка. Потому что любовь ты не заслуживаешь. Не смейлес ту не усетернауе. Поэтому любовь ты можешь только принять, с ней мейлес согласиться и ходить. Мейлес приимти, сутикти су я и рвайкшити. И Бог любит тебя не по заслугам. Ир Девас мили тебя не по голтову нополнус. Бог любящий. Бе дел то, кад есть Девас милинтис. Амен. Амен. Поэтому Бог нашей жизни застраховал. То дел Девас мусу гивенему сир обдруде. Сейчас самое интересное подхожу. Пачу домялся далеко тяну. Нашей жизни застрахован. Мусу гивенему ира обдрусти Дево. О, сейчас на какую как. Сумму? И чем? Да? Можно и сумму высчитать. Ты знаешь, когда ты приобретаешь машину, и ты гии машина, тебе обязательно нужна страховка. Я реки обдрусти, будь она и. У нас нельзя ездить без страховки. Мы снегали, мы вожни тебя друдимо. Если машина без страховки, если автомобиль без друдимо, она автоматически и автоматически. Даже этот самый техосмотр с нее слетает. Нет, техническая спрежда с ней могли пройти. Зарегистрировать машину, тебе надо ее застраховать. Там, когда же регистрируете автомобили, то реки... Есть камеры стоят, и они считают твой номер и смотрят, застрахована ли машина. Если она не застрахована, тебе присылают штраф. И если нет детей, фотографуя аппараты, я уж галю уж фиксуете... Того, то есть ты даже этого не знаешь. Автомобиля с Небдорустас. Смотришь письмо, ты такой: о, класс, мне письмо, гавте, а там бац-бац штраф. И ты вот: о, гавай лайшка, и уголовой, че кашкас гяро, че бом. Сейчас бауда. Письма-то редко, сейчас если пришло письмо, то... Лайшка и ряты атейна. Если бы его атейна, лайшка... То что-то уже тут интересное. Ты кашкас я домов дожнялся. Амен. Амен. Что самое интересное? Ты как страхуешь машину, для чего и от чего и почему? Автомобили кам. А когда ты покупаешь новую машину, окей, ты должен покупать страховку автомобили. КАСКО, которая покрывает все ущербы и убытки. Тут тури нужно спирти КАСКО, друдима. Почему? Кодел. Почему? Кодел. Почему? Кодел. От всех дорожных происшествий. Но весу эйсмо ивикю. Понимаешь? А я езжу без аварии. Ваш вожнее без аварию. А страховка все равно есть. О, друдима свистекера. Но зато, когда у тебя случилось происшествие, бед, не дай Боже. Ивикис, не дух деве. Включается страховка. И сиюнге друдимас. И она покрывает ущербы. И не паденге ностолюс. Амен. Понимаешь? У тебя нету выбора не иметь страховки. Ты не тури посеренкимо, не турете друдимо. Ты не можешь ездить на незастрахованной машине. Ты не могли вожнете ант не обдрустос автомобиля. Потому что такая опция даже не рассматривается, что у тебя не будет происшествия. Такая опция нет не вертинама, как вот ты не трясешь из моего ивикю. У тебя нету выбора. Ты не три посеренкима. А у меня вот нету такой опции. Он посмотрел не рад, только посеренкима. У меня не будет происшествия. У тебя нету такой опции. Посмотрел не будет из моего ивикю. Ты не три, то только с опцией. У тебя нету опции. Ты, не ты должен оплатить страховку, ты обмакете, чтобы друдима, твои все происшествия были оплачены. Будто обмакете. Как только ты приобрел машину, как ты приобрел машина, страховку то, на то все свои происшествия, друдима, всем, и ты ездишь моим, спокойно. Это до твоего живой и ромей.
Алло, вы из меня слышите? Ar jūs mane girdite? Вы понимаете? Jūs suprantate? Что наши жизни застрахованы. Mūsų gyvenimai yra apdrausti. Бог не допускал даже мысли, что Dievas ты после того, как atminties. Родился свыше, то, не согрешишь. Iš naujo, kad tu nenusidėsi. Он видел всю твою жизнь jis и все твои происшествия, и он говорит, įvykius. Ему нужна страховка. Jam reikalingas draudimas. Он без страховки далеко не уедет. Есть без draudimo, toli не nuvažiuos. И я страхую его жизнь. Ir aš apdraudžiu jo gyvenimą. Эта страховка является жертвой Иисуса Христа, tas draudimas yra Jėzaus Kristaus auka, которая страхует твое хождение перед Богом. Kuri apdraudžia tavo vaikščiojimą prieš Dievą. Visas tavo avarijas, visas tavo problemas apmoka Jėzus. Страховая компания покрывает твои убытки. Draudimo компания padengia tavo nuostolius. Иисус. Jėzus. Оплачивает. Апмока. Твои косяки. Tavo проблемас. Иисус оплачивает твои падения. Tavo kritimus. Иисус оплачивает твои грехи. Tavo nuodėmes. Поэтому ты можешь ходить перед Jis Богом to. Смело. Todėl tu gali vaikščioti prieš Dievą drąsiai, džiaugsmingai ir linksmai. Твои косяки оплачивает Иисус. Tavo problemas apmoka Jėzus. Он об этом позаботился. Jis pasirūpino tuo. Алло, вы спите, я не понял. Вас это не радует. Вы ездите без страховки. Я не понял, вы что? Если как, без draudimo važinėjat. Меня это радует. Мне это džiugina. Понимаешь, машина без страховки, ты со двора не выйдешь. Автомобиль все, она без draudimo. Ты не она говоришь, стоит, кем все, потому что истории. Влипнешь обязательно в историю. Не, что бутинай, какие истории и климси. Да. О, но мы тут понимаем. Но почему мы не понимаем, что Иисус это наша страховка, что мы будем ходить перед Богом draudimo, в чистоте, что Его кровь омывает Dievo, и покрывает наши косяки. Швырая, поэтому Бог, Jėzus, Он не переживает. Todėl Dievas, он застраховал твою жизнь. Непергина, Jis apdraudė tavo gyvenimą. Твое хождение перед Ним застраховано. И ты имеешь эту благодать. И ты turi tą malonę. Ты имеешь право ошибки делать. Tu turi teisę daryti klaidas. Его кровь омывает тебя. Jo kraujas apvalo tave. И тебе не надо ходить в самоправедности. Tau nereikia vaikščioti тебе надо ходить в Божьей праведности. Tau reikia vaikščioti Dievo teisume. Ты, как и Он. Ту, как и Иис. Ходишь перед Богом в чистоте и святости. Вайкшти при швароя и швентуме. И кровь Его покрывает тебя. И кровьяс Его. И делает тебе чистым. Тебе, и даро тебе шварю. Всегда. Висада. Амен. Амен. Воздайте Богу славу. Дадоки тем шлове. Аллилуйя. Пусть осознание этой истины, оно войдет в твой разум. Что тебе не надо казаться быть лучше, чем ты есть на самом деле. Тебе не надо выжимать из себя того, чего тебе нету. Тебе нужно научиться ходить в этой Божьей благодати, Божьей любви, Божьей радости. И тогда аванс, который был дан, он опять ты начнешь чувствовать эту благодать, эту радость, что твои грехи покрыты, твои грехи омыты. Ты же не боишься каждый раз, когда садишься за руль. Ты juk не бегай, ты кикина карта, когда ты сидишь при автомобиле вайро. Ой, надо правила дорожного движения повторить. Reikia pasikartoti eismo taisyklės. Вдруг я аварию сделаю. И не тича подарить все. Все повторил, еду смело. И тогда посекартовую келю из мотоциклес и рвожую драсей. А там какой-нибудь чайник и все? Вот там кашкур, арбатинукас. Арбатинукас. Ну, кокс наукас. Клявукас кокс. Понимаешь? Доверяй Богу во всем и в своей езде, даже на машине. Посетики, где его нет, где его живет с автомобилем, не ангелы, где его просто тебе. Доверяй, полагайся на Божью благодать. Его, посекляк его малоне. Она омывает тебя. Ее пеплавно она тебя, делает тебя праведным. И дарует тебе тесю. Перед Богом способ. Прежде Дева. И ты имеешь дерзновение. И тут редраса. Именно благодать дает дерзновение входить. Будь он малоне дает эту драса. Аллилуйя. И эти швенту швенчался. Керебирале конти лоре. Давайте мы поднимемся немножко. Кельхиме.
пусть состояние Божьей праведности войдет в твое естество. Tegul Dievo teisumo supratimas įeina į tavo esybę. Mes daug kalbame apie būsenas. Tegul Dievo teisumo būsena pripildė tavo esybę. Prisimink, kad Jėzus padengė tave. Ty v nём. Tu jame. Ty v nём. Tu esi jame. Согрешаешь никогда. И ту имя не носите никогда. И его кровь она омывает твое хождение перед Отцом. Обвало того вайщима прештева. И там, где были аварии, аварии, там страховка покрывает. Там, где падение драутима. Бог обращается к Иисусу. Дева скрепеси Иисус. Иисус покрывает это. Иисус падение это и своей кровью. Саво кровью. Моя кровь омыла. Её кровь сопвала. Омыла. Сопвала ты. Моя кровь сопвала ты. Прямо сейчас смотри на свою жизнь. Ты сёк добр жеки своего гивенема. И позволь крови омывать ее. И лезь кровью. Ну, омывать просто. Все события твоей жизни. Все слово гивенема и вечность. Пусть эта страховка, она будет чистой. Иисус, твоя кровь, она омывает. Иисус, твоя кровь, если она омывает мои дни. Плавно, она омывает мое хождение перед тобой. Мало вайщим и преж тебя. Она омывает меня. Ну, и ну, плавно мне. Она дает мне радость. Она дает мне эту любовь, мейля, которая влечет меня к тебе. Трауки мне, я понимаю, что, а что я не могу своими силами добиться такого состояния чистоты, которое будет угодно тебе. Вся моя праведность, она как грязная одежда перед тобой. Но праведность твоего Сына, праведность Иисуса Христа, праведность по вере, не по делам, а по вере в жертву Иисуса Христа. Она омыла меня. И ну, плавно, омыла моя, мою жизнь, мою и, ну, судьбу, плавно, легким, мое хождение перед тобой. И сделала праведным. И как будто я никогда не согрешал. Если, когда, аж никогда не буду на сиде. О, Иисус, я славлю тебя. Иисус, шловину тебя. Я благодарю тебя, любимый. Аж такой, но... За твою чудесную благодать, что в уставе молония, что ее так много и она обильно избивается на нас. И исцеляет от меня. За твою благость ко мне. Что в геру мама. Благость ко мне. Геру молония. Именно в таком состоянии. Будь он такой бусиной. Я осознаю, что я особенный перед тобой. Когда сейчас не потихка спрежь тебя. Шалом, шалом, шалом. Шалом, шалом, шалом. О, наполняй свое сердце. Припитай к своему сердцу. Bye.
kaip upe ir viskas bus gerai aš turiu džiaugsmą kaip upe ir viskas bus gerai aš turiu džiaugsmą kaip upe Kaip jūra man ir viskas bus gerai aš turiu meilę kaip jūra ir viskas bus gerai aš turiu meilę Будьте все благословены, ходите в благодати Отца. Аллилуйя! Аминь!